не надо мне это. Не хочу. Пускай это очень полезно, поверь мне. Поверь. Люди на это мучатся. Так, рассказывай, что ты пришла? Я пришла, что мы спрятались здесь, в Потеряевке. Но мы еще не нашли Бога внутренности. Мы только одеты внешним. Мы внешним одеты. Что теперь мне Господь показал в Андрюше? Я его считала. Он очень спокойный туда-сюда. Но в нем сидит большая сила. Да? Это как ведь? Работа у нас, работа его чистая, я знаю, хорошая работа у него. Но он не может спросить старшего в доме, как делаться, как все, так же ведь надо, а? Но не так, что он, я ему что сказала, ты, я говорю, увлекся неверию, который не верит Богу, а ты сними это. Вот. А ведь по Писанию сказано, старших слушайте, а? И кто старший в доме? А ты хоть у меня спросил все, как он бросился на меня? Это что, грубость? Это, Игна Тихонович, она дает тупость, она тому и другому, кто. Да. Вот я теперь его узнала, это нельзя. Теперь я скажу вот про Любу. Почему она его всегда таскает туда-сюда, туда, по гостям все? Может ли она с Володей? Никак. Сегодня что сказано? Кто не славит Бога, не отойди от него. Отойди. Вот сегодня прихожу я с этого занятия. Она уже ему позвонила ехать в Ребрюху, там к подруге. А кому она сказала, позвонила? Володе. А, Володе. Я пришла, он это одетый. Володе, вашему сыну? А? Сыну вашему? Да, 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 да. Вот. И что? Гляжу на это. А она должна, у нас морковь отобранная, которая мелкая. Ну, говорю, это, Любе отдам. Вот. Она у нас стоит в кладовке. А я ей говорю, Люба, после занятия вышли, говорю, я говорю, эту морковь вытащу, а ты приедешь, может, я буду на молене занята, говорю, а я за ворота вытащу, говорю, а ты придешь и берешь. Она говорит, ладно, а они уже собрались ехать. Ведь она мне ничего не сказала. Ладно, говорит, когда я во двор захожу, Володя в чистом машину, а далек ты едешь в Ребриху. А зачем? Это сегодня? Ну да, вот занятие. Воскресенье, 7 октября. А? Воскресенье, говорю, 7 октября, сегодня. Вот. А он говорит. А я ему говорю, Люба должна приехать за морковью. А он говорит, а я ей везу. А я говорю, что ты специально везешь Любе эту? Она приедет, я говорю. А мы поедем с ней, она к подруге. Там, в этой. У ней подруга там. А эту подругу я знаю. Она Володю тащила при мне, что вот, мы должны сойтиться. Я одна туда-сюда. Я ее знаю. Знаю эту Веру. Веру. Вот. Он мне тогда говорит. Она поедет к подруге. Я ее повезу к подруге. К какой? К Вере. А я уже замстила, забыла, что эту Веру. Когда он уж уехал, я это вспомнила. Вон что, а сейчас он приехал, а сейчас вон как уехали и нету. Да. Пьянка. У него пьянку он это не может. Это. А там уже выпивка будет, все, уже кушать. Кушать все подряд он не ест. Он покушает тот жирное. Вот это. Ему плохо. Он сейчас только на постном. На постном это. Все, Господь все его укладывает. Я знаю это все. А потом он будет это все болеть. И вот они уехали. А сейчас он приезжает, а мне уже Господь просветил Веру какую. А я говорю, так вон Вера какая-то, которая тебя, я говорю, все сватала. Сама тебе, говорю. Ну и что, она сейчас с сыном? Нет, говорит, одна. Представь себе, а? Ну, Люба могла бы спросить, баба Серафима, можем мы съездить это? Ну, то она вот куда едет? С кем она едет-то? А?
Это мы как можем так делать? Ты с крестом, он без креста. Вот если бы ты мне утром сказала, я бы переговорил с ней. Я же не знала. Я же тебе говорю, я с занятия, а он в чистом. Понятно. Вот. А я говорю, а Люба, а там у них дрова, у них все, где это, в ведрах это была морковь. Говорю, Володя, ты вытащи эту, а то Люба приедет, я говорю, тут ей нельзя, говорю, она за воротами возьмет. А я, говорю, ей везу. А я говорю, что ты специально это везешь, это она сама приедет. А мы поедем это, в гости к Вере. Это можно? А ведь сегодня я слышала, что нельзя с такими это ему. А? А ты ей возьми или скажи ей, обязательно обличи ты ее. Ты не права. Ты с крестом, он без креста. Вон как. А? Я договорился с ней, что она у меня возьмет на зиму собачку. Куда собаку-то девать нашу? А? И пошел я сейчас к ней. Походил, нигде нету. Я думаю, куда она делась? Они только приехали. Они как мы с занятий вышли, он поехал, морковь выложил и в ребриху. А я видел, он по деревне проехал, около нее остановился. Я видел, я говорю, что-то Володя в гости к Любе поехал. Во-во-во, они в это время уехали, а сейчас только приехали. Ты ее обличи. Да. Обличи, этого нельзя делать. Ты это без мужа, и он без мужа. Вы как прелюбоденьте на всю дорогу. Едут, смеются, все. Че, от Бога? А? Она сильно болеет. А вот и болеет, вот она чего болеет? Грехи мои тяжкие. Ей на операцию ее готовят. И на операцию не, да. Вот так. И Володя Устинов на операцию. Володя Устинова на операцию готовят. Тоже? А чего? Ну, он же работал водителем поездов. Ну и у него там это... Он поезд-то идет, даже здесь трясется, а он же в кабине. Ну, видимо, что-то. Но это Валя ладно, говорит, понятно. Больница железнодорожная хорошая. Ты, говорит, съезди. Мы с ней были очень друзьями, с Любой. Были друзьями. А потом уже я вижу, когда вот приду... А у нее вот тут иконы на восход солнца. Ты же видел, где икон? Тут иконы, а здесь око дьявола. А? Ну это можно? Это Бога, это мамону. Она сидит на коечке, а тут опутано весь этот втыканный пол. Все. А я возьми, говорю, Люба, а ведь у нас, когда я была в Казахстане, там я говорю, батюшка, несколько раз кто слышал, кто не слышал, он говорит, братья и сестры, в одной комнате не держите, говорит, иконы и около дьявола. Я, говорит, вас прошу, говорит. Это он, говорит, про телевизор? Да. А-а-а. Это, говорит, вражда будет. Это нельзя, говорит, эту делать. Я вот своими ушами слышала от него. Еще братья и сестры, не держите в одной комнате. Вы уберите ее все. А я вот как пришла, она вся опутанная и сидит, и это, сама вяжет, а сама телевизор смотрит, да. Я возьми, скажи ей, все. Она говорит, а я тебя и слушать не буду. Вот и все. И мы уже не стали сейчас друзьями. Зачем? Зачем так вот, так вот? Я что слышала, и это по внутренности правильно. Теперь Володя. В зале у него был телевизор. В зале телевизор он смотрел. А тут моя комната. Так я ему абсолютно ничего не говорила. Так вот, наверное, Господь-то его ведет. Он взял прихожку, где вот диван, все перенес туда. Так вот он без креста. А по Божьей делай, чтобы не мешать мне. А? Да. Я же чувствую это, да. И что в него сейчас я чувствую? Он уже на мою пищу перешел. Представь себе. А кто придет, если мы берем сметану, вот, кормит их это все. Как их нет, он вообще ничего, ни мяса, ничего. Он даже это готовит себе все это постное. Вот. Кто его ведет? Ему нельзя уже. Это Господь все это делает.
Я же вижу это все. Ну вот, на вот тебе по-другому делает. Она его возит туда-сюда, туда-сюда, по гостям. А там пьянка. Ну, я знаю, что Вера. А эта Вера, сейчас он приехал, я ему говорю, а я знаю, какая Вера-то, которая тебя все сама сватала. А теперь, как она, я говорю, живет одна, а сына женила. Я говорю, какая она, да какая была такая, какая, а он не любит полных. Какая была, говорит, такая есть. Вот, я думаю, а мне болит сердечко вот это вот. Ну, так это и понятно. Ваш сын. А? Он не чужой вам, а свой сын. Так вот именно, он гибнет тоже. Я его направляю так, а другие его разводят по этим. А? Ну, я не знаю, это же как пролюбодейные мы. Ну, за столом сели, что там. А я один раз была там у нее. Они тоже, вот он Любу повез туда к ней. Ага, все. А я пошла к верующим. А тогда прихожу они за столом. Я послушала, как они, телевизор у них смотрят, и смеются, и все. А я возьми тоже их обличи. А что они? И все на меня как роги поставили. Ненавидят. Очень тяжело, я тебе говорю. Да. Теперь ты уезжаешь, мне не с кем даже это поделиться, не с кем мне это все. Как сказано, помню, годики твои придут, и все друзья от тебя отойдут. Сейчас у меня никого, кроме Бога, у меня никого нету. Нельзя ни с кем не поговорить, нельзя тебе все это, никак нельзя. Вот сейчас сидят на этих, на занятиях. Вот этот смех – великий грех. Я была пустошмешка. Я тоже была на спешке, я тоже так и делала. Но все-таки Господь меня открыл, дал мне, что он в видении, я вижу сон. Иду я в тюрьму, где тюремщики сидят, и зашла в мужскую камеру. Зашла я и гляжу на восход солнца, стоят все на колени и молятся. Тюремщики. Мужчины. Ну, а я как обычно усмехалась, смеялась, и у меня какой-то смешок, тихий смех. Ничего себе, говорю, тюремщики и молятся, и усмехнись. Один поворачивается на коленях и говорит, знай, когда молятся, смех – великий грех. И я открыла глаза. Теперь я закрыла рот. Вот сейчас вот на занятии вот эти вот сестры сидят. Ха-ха-ха-ха-ха. И этого нельзя. Я хотела сказать, мы пришли не смеяться, а исправляться. Да. Хотела сказать, но опять это же врагу-то тошно будет. Из-за чего меня я упала? Одну обличила в один день. Вторая пришла в шапочке, штаны вот так вот, да. А я тоже, это у Лены, Барбашей. Возьми тоже и скажи. Обличила ее, поучила. Ниночка приходит, уезжает и пришла ко мне на прощение. Прости мне ради Христа. В этих штанах тоже так. И она часто одевает вот шапку, колесо на голову. И ходит. Я возьму и говорю, Нина, выбрось это колесо, говорю. Ты, я говорю, возьми и покажи ей. Вот у меня фланельная шапочка, говорю, она покрытая, тепло, а шапка твоя только до ушей. А это колесо, говорю, Нина. И штаны бы, говорю, это, как это писание нам сказано, придет время, женщины будут на задницу штаны одевать, а с головы платок будут снимать. Ну вот я же говорю, вот увидим уже сейчас, а зачем? А мы, говорю, Богу молимся. И что я от ее слышу? Она мягким словом сказала, ладно, говорит, потихоньку буду справляться. А из троих
одна вот эта. И вот как раз я баханула. А сказано, злого духа не обличай, попорочит тебя. И вот как будто я не качалась, не валялась бы, а все-таки как сзади, как кто мне дунул. Все-таки я понесла. И я пришла и поблагодарила Господа Бога, взяла благодарность Акафист, прочитала. Благодарю тебя, сатане противны мои слова. Но я, говорю, благодарю тебя. Вот как. Это же все у меня как живая история. Да. Я благодарю Господа Бога. В немощих совершается слава, сила Божия. Думаю, сейчас я не сделаю. Лягу, отдохну, долго не лежу. Полежу. А ведь вот это надо делать. Господи, ну ты же, говорю, крепкая скала. Укрепи ты меня, говорю. Со слезами в тот другой раз. Игнат Тихонович сделала. И я спокойна. Ну, что бы, говорю, если бы вот помоложе я была, да был бы ум-то такой-то, а? Вовек бы не согрешил. Да. А теперь моя душа скорбит. Нет у меня защиты. Нету, кроме Бога. Я не одна. Господь со мною. И Он наставит меня всегда. О Нем я только вспоминаю. А Он мне и говорит, а с тобою я. Да. И я сделала. Вот где Господь сейчас только вот. Вот Он самый друг у меня, Господь. Я говорю, пойду я все-таки Игнату Тихоновичу, выложу вот это все, а мы тонем. Люба, вот эта вот, она вот это связана с телевизором более, да. И она только что делает, она компьютер вот этот включает, и что, как надо сделать. Он ей говорит, она все это варит, парит. Не хочу я этого. Если бы я жила одна, это для меня окна, они меня нисколько не умиляют. Не надо. Пускай бы у меня маленькая кошечка была, чем вот эти вот эти. Нет, не оно. Если бы я одна жила, а то ему надо. Ну ладно, делай. Вот, может, и эти что пришли. А эти пришли, ну, я их сметану взяла. И картошки нажарила. Пирожочков напекла. Был четверг, я их кормила. А завтра среда. А я им прям сразу сказала, завтра будет постный день. У нас, говорю, порядок такой, говорю, это, да. А сегодня они один кушает сметану, а второй не кушает. Я говорю, а ты что не кушаешь? А завтра, говорю, это не будет. А он говорит, а мне нельзя. А почему? Мне плохо делается. А я возьми здесь, я Боги стала с ним разговаривать. Тебя Господь, наверное, говорю, отымает, что тебе вредно телу, а он о тебе, а он вот так вот машет. Ага. Да. И начала Боги все этим говорить. Может быть, вот это еще на меня нашло, бахнуло, может, этих, они куряки, но я не видела. Один раз в день в туалет сходят, или в туалет, или покурят, но не видела. Но когда они все закончили, все, и мы вышли, они пошли, мы их с Володей вышли провожать. А этот самый главный, который, он за рулем, гляжу, он сидит уже за рулем, а сигара уже во рту. Про сигару надо было бы ему сказать, вот от курения. Оно наподобие. Да. Вот знаешь, как вот. И вот тут вот язык-то вот свободи, а врагу-то тошно, и он тебе. Но все равно я благодарю Господа Бога. Упала я все, слава Богу, Он попорочил меня. И я благодарю Господа Бога. Прочитала, и у меня душа спокойная. Да. Вот Игнат Тихонович. А Володя мимо нас ехал. А я, Володя ваш, сегодня мы стоим тут разговариваем, а он мимо едет. Около Алёши мы стояли. Я ему так рукой помахал, он в кабине сидит. И он мне тоже помахал и поклонился. Слава Богу. Есть у него все. Ну, я вот так вот
как он ведет сам себя, да, я говорю, он будет, вот эти братья, он за этих братьев мне говорил, все, да. Я говорю, 100% говорю, вот эти братья, они, говорит, внутренность Бога не нашли, а не только внешность. И тут от Володи я вот эти слова слышала, да. А когда я стану ему о Боге говорить, что он еще делает не так, говорю, Володя, а вот так бы. А он говорит, ни один мне никто о Боге, как мы бы были близко, были никто, только ты меня вот это, пилишь, говорит. А вот почему бы им, друзья, я вот Андрюше сказала, когда он на меня крикнул там, когда мы выходили, а я говорю, вот эта, говорю, грубость, она даст тупость. Ты откуда вышел? Ты же из церкви вышел. Ты кого держал? Ты книгу держал, ты читал, ты Бога славил. Возьми вот это ему скажи. Ты знаешь, тише, тише, тише. Он стал тихонько и стал все вот. Да, Володе бы, надо бы, конечно, на занятия послушать бы все. Все, начал уже смеяться все. А вот как, а первый раз, как он на меня крикнул. Так что, мои хорошие, мы внешним одетые. Как Володя говорит, 100% даю. Из братьев, говорит, он же с ними сообщается, а Боге-то никто ему ничего не говорит. Ха-ха-хи, смеются туда-сюда. И вот он с крестами, а сатанинскими хвостами. Прости меня ради Христа, прошу прости. Я бы мог Володе больше сказать. А? Володе, я мог бы больше сказать, но я его тоже знаю. Мы тут задержали воров, когда к вам во двор заходили они. А он, тогда на него, милиция, полиция, это на него тоже. И он с этими стал разговаривать и заматерился. На них. На них-то. А мне теперь пишут, вот ваши верующие какие, матерятся. Они не знают, что они верующие, в церкви ни разу не был. Да-да-да-да. Люди-то не знают. И я его характер знаю. Он это было у него, но сейчас у него уже нету. Да. И вот он, когда мы дорогу-то строили, угу. Ну и там пониже озера, там вода весной проходит под дорогой, трубы. Угу. А трубы-то все эти годы были забиты грязью. Угу. Ну, Володя... Киркой, лопатой, ломиком там бьются, бились, бились и пробили. Угу. Теперь вода туда идет вниз, но трубы провалились, надо с той стороны еще глубже копать, потому что они наклонились. Угу. Ну, батюшка пришел, посмотрел, и... а потом Володя, как он оказался что-то там? Я говорю, Володя, ты посмотри, какой труд проделали. Он как огневался, вы еще меня за дурака считаете? Я говорю, Володя, прости, я же это не думал, спуститься вниз и в трубу посмотреть, как мы сделали-то. Сейчас, говорю, батюшка был, я просто, чтобы ты увидел своими глазами. Он говорит, дорогу тут не сделать, мы сколько кирпича возили, оно все тонет и тонет. А мы же сделали, не тонет. Мы бульдозером нагрудили, насыпь сделали, потом песком, а потом щебнем. А они туда... Колеса-то где пробьют, дорога-то, вода-то, они туда кирпичи кидают, оно что там, оно там грязь, оно туда вдавливается, ничего и нету. И он говорит, не надо это делать. Я говорю, ну мы посмотрим, получится, а по этой дороге-то он сейчас сам и ездит. Да, сам и делает. Вот так. Я к нему лишний раз не подхожу. Я сказал, Володя, ты в городе, если бываешь, то ты ко мне можешь заезжать. Если бы он заехал, тут бы мы уже поговорили. В городе, у тебя есть где остановиться? А я говорю, ты приходи на занятия, зайди в церковь где-то. Я вижу, он глаза опустил, я не стал лезть. Ага. Еще ж я буду. Да. Он же взрослый. Сказал да. я вижу, что он не принимает. Ну, я сказал ему. Не принимает. Когда вперед он, ты знаешь, как бросался, раздражишься на меня, аж прям все. Это. Я скорее убегаю. А теперь я уж стала другой раз. Все равно, помягче ему сказать, все-таки, гляжу, пермолчит. Бывает такое. Пермолчит, а бывает вспыльчивость. Вот это общая работа в прошлом году по пруду. Нужно было тут шкурить, а потом сваи там забивать. И он приходил. И мы во время работы маленько так общались. Я опасаюсь его. Да, да. Сильно его, чтобы он раздражился, нельзя. Так, ну, так и Господь говорит, так что отойти лучше. Ну, да. Отойти, пермолчи лучше. Более пермолчи. Вот что делать туда-сюда?
А что ему сказала я? Говорю, ну как вот так? Ни у кого такого говорю, нету, чтобы только у нас с тобой. Что-нибудь скажу, ты пысь, говорю, все. Ну как же так, говорю? Ну так же нельзя жить, говорю. Ну давай тогда, говорю, или я уйду, отойду. А он говорит, ты меня сюда в эту дыру затащила, а теперь хочешь сама убежать, я говорю. Ну а как же больше, говорю? Я Богу, а ты мамону, говорю. Ну так же нельзя, говорю, это же тяжело, говорю, так-то. Ну вот. И он взял, вышел и чай пил на улице. В лишний раз его не трогаю. Не трогать, не трогать. Я уже знаю, да. Насильно мил не будешь. Да, сил мой. Только молиться и больше. Все, я молюсь о нем каждый день. Вот. А я читала это Псалтырь, 12-ю катехизму, как мне батюшка там сказал, за детей, говорит, мать должна в 12 часов, говорит, Псалтырь, 12-ю катехизму читать. Читала. А теперь я ему говорю, вот, Володя, когда мы поскубимся с тобой, говорю, у меня уже, говорю, моление отходит, говорю. Я уже из-за этого теряю моление, говорю. Я уже, а теперь, по милости Божией, стала опять читать. Так он еще поди думает о вас, скажет, вот она мне наговорит всякие неприятности, а потом молится. Я знаю, как они думают. Да, он так и может и сказать, да. Ну, ладно. Пускай наша беседа у Христа будет на престоле. Да, пускай. Господь усмотрит как. Да. Это очень полезно, когда мы рассуждаем, как научиться любить Господа. Как эту временную жизнь ни во что ставить, искать вечности. Потому видимое, говорит, временное, а невидимое – вечное. И мы-то зовем не куда-то. Допустим, я с Володей пришел, спросил, сказал, ну, несколько слов только. Я сразу по лицу вижу, что говорить дальше нельзя. Он на срыве находится. Да. Но все равно у него же, какой он был, уже все-таки вижу схождение немножко, но есть. Он терпит, а потом все-таки его дьявол кольнет ему хорошо. Mm. И он вот тут уже, Господи, я прибегаю и прошу, Господи, закрой мои уста, чтобы я больше ему этого не говорила. И я уже сейчас, что же, лучше возлюбить молчание. Да. Возлюби молчание. Когда молчишь, все, что он делает? Телевизор смотрит. Он и в 12 часу все был. Сейчас, по милости Божией, не делает. Я говорю, я новости. Ну, ты новости посмотрел, но потом уже. И вот когда вот выйду на кухню что-нибудь, а сама глядь, он то мердобойцы вот тут бьют друг другу, смотрит, то этот футбол смотрит. Ага. Я, говорит, такие не смотрю. А смотрю, говорит, вот новости все. А когда выйду, вот все там про новости, мужчина разговаривает туда-сюда, а все-таки мельком гляну, что он смотрит. Все уже видать. Игнат Тихонов, все-таки есть сдвиги. Все-таки Господь дает просвет, дает. Да. Просвет даст и темноту даст. Мы договорились с вами о нем молиться, о нем. И молитва двух или трех, Господь говорит, о чем согласитесь молиться, знайте, получите, имейте надежду. Да, ну батюшка поехал. Но если он с женщиной где-то будет связываться, это ему тормоз большой, яма. А как же вот это вот, я говорю, ну Люба, что она делает, а? Она же к Богу одинокой, и он одинокой. А зачем соединяться-то? И кому повезла опять тоже, там она одинокая. Там выпивка, там все. Зачем они вот... И да, что я ему сказала? Раз ты едешь, то уже, говорю, это тьма. Это уже тьма. Я прям ему сказала. А я еще не вспомнила, что за вера-то. А ему это сказала. Раз куда тебя Люба везет, говорю, это уж, считай, кромешная, говорю, тьма. Да. И все. Он совсем, он немножко соединится вроде, послушание где-то понесет. А как он свяжется тут все, все он совсем другое делается. Ну ты Любе все-таки скажи, обличи ты ее. А? Да.
пойдешь за собаку поведешь и скажи: Люба, ты неправильно сделала. Ты прежде чем это, ты бы у матери спросила, а можно взять, поехать к Вере? Я бы не разрешила. Она сама тащила его к себе, Володю. И вот я теперь говорю: вон куда ты поехал-то, к кому поехал, который тебя, я говорю, тащила замуж. Вот Татьяна ему сегодня сказала, ничего не сказала. И сейчас я пошла, он лежит. А я-то его видел, когда он поехал. То я думаю, зачем же он к ней поехал? Наверное, от тебя что-то привез ей. Вот. А он ее повез. Он от морковь он ей привез, ее посадил, и в Ребрих уехали к этой подруге. Ну, ты должен обличить. Хорошо. Обличи, она мне прям сказала, я тебя слушать не буду. Угу. Вот. А все-таки она лезет, другой раз я батюшке стелю, глядь, она уже лезет, это, вот эти отпечатки, они на моих руках будут. Это нельзя, она не слушает меня. Она не слушает, тем более я просера пеку, а с просерами я связана, она не должна ко мне лезть. Мое не трогай. Не трогай дорожку. Вот. Я сама, меня нету. Я ей один раз так говорила. Люба, неговорена, неблагословлена. Если где я и не пришла, я тебя попросила, Люба, постели дорожку, убери дорожку. Это, говорю, когда говорена, то благословлена. Вот. А когда ты сама лезешь, это отпечатки на моих руках. У человека, говорю, убивают, милиционер находит по печаткам. Да это одно и то же. Ну, у нас, где я работала, Боже упаси, кто бы взял. Там нет. Я приду, я сама постелю. Вот не хочу вот. А ты сейчас печатки на мне, оно все будет. Игнат Тихонович, прошу прощения, благословения. Тяжело, мы еще замкнутые у нас еще. Да. Я переговорю. А? Я вчера с ней долго разговаривал по-другому, о болячках там и прочее. А? Так что она меня слушает. Она слушает? Слушает. Вот. Ну, а на занятиях, вот и там пускай, чтоб ты говоришь, я ей говорю. И вышли, я сказала. Ведь Игнат Тихонович рассказывает о грехах, а мы смеемся. А? Да. А что бы сказать бы, Господи, да мы еще хуже их. А? Да. Вот так вот. А ты ее вот это поучи. Вот хорошо. И... Я схожу. Прошу прощения. Пожалуйста. Спаси, Христос. Я тебя провожу сейчас. Ой, достать свои тёбуты. Теперь моя душенька спокойна. Я поделилась с тобой. Отдала тебе. Да. Слава Богу за все. Какие у меня котятки-то, посмотри. Это принесла чеснок, принесла у Володи там, Володя забрал. А, Володя. Ага, у этой Татьяне все сухое, написала ей там все у нее это. Если ей надо будет еще чеснок, вам может быть много этого чеснока, он долго не будет лежать. А еловый у нас есть мелкий. Если надо будет, я вам с молочненьким передам. Не надо. У нас все есть, вот так. Чесноко, ну вот раздавайте там как. Так, потихоньку. Тебя проводить или сама дойдешь? Дойду. Смотри. Дойду. Я сейчас порожнее. Да. Не шла. Слава Богу за все. Серафима была у меня в гостях. Уже темняется, сумерки. Вот она никого больше не имеет, кому приходит. Поговорить, говорит, не с кем. Сильно печалилась, что я сказал, уезжаем. Никого у меня нет, говорит, больше. Она меня схватила за руку, припала рукой. Благословен Господь. Дом, и все живущие в нем. А ты покров Богородица. Покрой на этот дом своим амафором. А ты видишь на дому какой крест? А? Крест какой красный. Да. Спаси Господи. Слава Христу. Спокойной ночи. Спаси Христос. Спасибо. Потеряйцам всем низкий поклон. Хорошо. То есть этим Барнаульским. Хорошо. Всем передам поклон. Ой, Игнат Тихонович. Да. Радость моя.
то, что вот тут вот, Лена передала тебе, передай бабе Серафиме, чтобы не вот, да ее увидишь, да храни ее Господь и Матерь Божия. Значит, у тебя палочка другая теперь. А у меня три их, это церковный и на занятия, а это по деревне. Ага. Ну ладно, все хорошо. Все, с Богом. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Вот и я-то вышел в тапочках этих на улице. Вот я ее провожаю. Даже не, шапку не одел. Куражку. Вот она пошла домой. Благослови, Господи, придется ли еще видеться? 92 года. Скорбит ее душа о сыне. И что вот это к женщине-то ее подталкивает. А неверующие, выпивка, но ясное дело, что это гибель. Так, я сейчас вижу, оказалось у нас закрыто, вылетела голубка. И одна сидит в другом месте. Надо срочно открыть ей. Открыть. Здесь закрытый вверху, вот здесь вот. Закрыты. А голубка прилетела. Она нигде не может забиться. Серафимушка уходит. Благослови ее, Господи. Я скорее открыть надо. Иначе уже темняется, и голубка не залетит. Ой-ой-ой. Вот я тут открыл, а Серафима, вон она уходит. Ну, туманно дальше не дает, туманное делается. Понятно. Голубка тут где-то моя. На первую голубятню залетела. Вот здесь вот. Уже темняется. Так боязно, она останется, совы съедят ее. Вот она уходит, слава Богу за все. С костыльком. Да благословит ее Господь. Мы постоянно молимся друг за друга. Господь так ее расположил. Ну а рядом, что у нас тут, деревья. На деревьях сидят вороны. Вороны, гращи, галки. Полно. Надо мне скорее переобуться и оттуда голубку спугнуть. Она где-то там засела. Это я в тапочках. Первый раз в жизни вышел в тапочках. Она выходит, и я за ней. Вот он, крест наш.